Друзья, еще раз вас приветствую. Сегодня будет также без монтажа. Быстро вам скидываю этот ролик, чтобы вы понимали, что происходит. Кто помнит, я в прошлом видео вот снимал новая мощная матрица от китайцев. Вот, всего 400 просмотров, но те люди, которые сюда зашли, хорошо заработали. Сейчас будет на экране ряд скринов. Это те люди, которые заработали, которые зашли по моей реферальной ссылке, которая была вообще в числе одних из первых. То есть лидеры 100 тысяч подписчиков 50, они кинули на 2-3 минуты позже. Люди вам это подтвердят в чате. Поэтому, друзья, сейчас я скину скрины. Посмотрите обязательно в BNB, сколько у них выигрыш, да, можно сказать. Вон до сих пор мне присылают. Вот, и теперь, собственно, давайте мы посмотрим, что я думаю об этом проекте. Прошло всего 4 часа на момент записи видео, сколько я заработал и, собственно, куда мы движемся дальше, сколько будет длиться проект. Погнали. Итак, проект Build Tower Game. Что он из себя представляет? Во-первых, это простая матрица, вот, которая действует на открытом смарт-контракте. То есть все прозрачно довольно-таки. Можно посмотреть каждого участника, кто сверху, сколько он столов прокупил, не внесены ли какие-то изменения в смарт-контракт и так далее. Сайт вот такой, 8-битной графики, достаточно интересный. Все работает на BIP20. Вот я работаю через MetaMask. Можете вот здесь вот посмотреть. И, собственно, что здесь нужно делать. Если вдруг вы захотите поучаствовать, прошло 4 часа, мое личное мнение, сразу скажу, будет длиться примерно проект 2-3 дня. Возможно, дальше, если хороший маркетинг, хорошая реклама будет, возможно, будет дальше. Итак, давайте начнем с того, сколько я заработал. Скрины вы увидели. Теперь, вот мой заработок за 3 часа. 4,7 BNB и рефералка, она не очень жирная, но она до 10 линии, поэтому так много накапало. И вот сколько я потерял, в принципе, BNB. Если посчитаем, 7,5 BNB на данный момент за 4 часа. Давайте мы с вами посмотрим, сколько это будет в долларах, в рублях. Вот мы смотрим в рублях, это больше 200 тысяч рублей за 4 часа. Те, кто говорят, что матрица, я больше в них не участвую и так далее. Был плохой опыт с троном, да, и то там некоторые в ноль, и даже x2, x3 сделали. Но эта матрица, как я и говорил, на открытом смарт-контракте. Я не просто так говорил про это видео. Обязательно посмотрите мое прошлое видео, то есть про этот проект. Потому что, понятное дело, все было мощно подготовлено. Во-первых, DOS атаки ни разу не заглючил сайт. Единственное, что хочу сказать, это покупки столов там через 2-3 раза получилось прокупать. Вот, в принципе, все. Как, собственно, все работает. Ссылки все будут в описании, если вдруг вы захотите зайти. Это не финансовая рекомендация, смотрите сами. У нас есть от 1 до 20 этажа. Сначала нужно купить первый этаж, чтобы перейти на второй и так далее. У нас, как только мы, давайте начнем так. Как только мы заходим на сайт по ссылке, у вас будет тут получить лицензию на строительство вот таких вот этажей, это в оболочке игры все. Лицензия стоит 10 долларов, это 0,025 BNB, примерно 10 долларов. Вы ее оплачиваете, подключаете там MetaMask или через что вы BIP20 будете подключать, Trust Wallet, там не знаю. И у вас открываются ваши этажи. Покупаете первый этаж, вот здесь вот идут проценты. Как только доходит до 100, в экспрессе немножко по-другому было, там в любой момент могло начислиться. Тут как только доходит до 100, вам начисляется 74% от одного цикла. Можно получить 3 цикла и этаж заморозится. Чтобы он не заморозился, вы берете, нажимаете вот здесь Stranded, если правильно читаю, и, грубо говоря, вот здесь вот докупаете этот уровень. Вот, и у вас получается вместо 3, 6, потом 9. Вот, дальше расскажу по стратегии, как действую. Дальше я покупаю второй уровень, третий и так далее. То есть вот можно посмотреть, сколько у меня профит. Вот, ну, это партнерский бонус. Поэтому вот на этих уже столах более-менее конкретная сумма. Вот 0,6 BNB. С 11 упадет уже 1,3, примерно 1,2,5 BNB. То есть суммы на самом деле конкретные. Прошло всего 4 часа, максимум 5 после этого ролика, после записи. Вот, вы все прокупаете, важно понять, что если, к примеру, вы дошли до второго уровня,
а у вас куплено 4, а второй уровень, все, он заморозился. 3 выплаты было, и вот здесь красным горит. Дальше выплаты не будут идти, вам нужно обновить, сделать рефреш, чтобы дальше. То есть здесь вот такая вот система реинвеста, чтобы вы понимали. Все, и вы пойдете далее. Ребят, помимо этого, 18, 19, 20 откроют, 18 откроют, когда 25 тысяч человек будет, 19 50 и 20 100 тысяч. Всего зашло 4 тысячи на момент, 4 500 на момент записи этого видео. Поэтому, в принципе, еще не поздно. Лично мое мнение, это вам решать. Риски большие, возможности тоже большие, гарантий нету. Поэтому подключаете MetaMask, вот здесь approve будет. Вот, и вам автоматически все выплаты идут уже на MetaMask, вот сюда. 0.79, видим, и вот здесь 0.79. То есть вы можете сразу с MetaMask вытащить. Если говорить про рефералку, тут все понятно. Я зашел 164, а всего уже 4500. Мог бы зайти 135, но это мой хороший знакомый, я под него зашел. Он заработал уже 10 BNB просто так, и 10 под реферально, и 10 потерял, у него прям статистика четкая. Вот, и вот после нас только идет сразу админ, ID 1, то есть видно, да, сколько он заработал, но это админ. Вот, поэтому ссылка на чат, во-первых, будет внизу. Ссылка на регистрацию тоже. Это по желанию, опять же говорю. Вот здесь бонус показано, сколько... А, это не мое. Сейчас. Вот, 55 партнеров. Реферальный бонус. Тут все четко. Что мне понравилось? Открытый смарт-контракт. Никакой DOS-атаки. Все четко, все быстро. То есть это экспресс, только реально доработанный. Трон облажался. Давайте с этого начнем. Как бы там никто ничего не заработал. Теперь... Они сказали, как только 50 BNB в общем стакане собирается, мы залистим на PancakeSwap монету BTGT. Давайте посмотрим. Вот эта монета. У меня большое количество тут, 9 миллионов или 91 миллион. В общем, вот она уже растет. Примерно вот здесь вот я ее купил. Она уже дала 2,5 икса. Но я ее купил на 0,1 BNB. Это сколько? Баксов 30-35. Помимо этого, идет сжигание токенов. Чем больше сжигается, тем больше она будет расти. То есть проект реально, фундамент есть. Это не просто матрица скамная, да, какая-то. То есть мое предположение, 2-3 дня хорошая динамика, потом на спад. Как все будет на самом деле, посмотрим. Здесь можно купить этот токен, обменять BNB на BTGT. И вот здесь он, собственно, появится. В принципе, вот вся информация. Еще раз, как только заходите, у вас будет approve, и подключаете MetaMask. Вот также ваша реферальная ссылка вот здесь вот, кому дать, если хотите. Вот, и вот здесь разные проценты и сколько этажей прошло. Подключайте сначала первый этаж, второй, третий, и уже сами решаете на риск менеджмент свой, смотрите, когда остановиться. Вот такие вот дела, друзья. Если будут вопросы, пишите в комментариях и переходите в чат. Зарабатываем, пока можем. Кстати, скоро будет немецкий проект. Поэтому заходите в группу.